Привет, друзья, с вами канал High English, и меня зовут Александр. Мы сегодня разбираем быстрый тест, так называемый Quick Test уровня Elementary. Погнали. Что нужно знать? Нужно сказать, что вы должны знать спряжение глагола быть, это I am, he, she, it is, they, you, we, you are. Так, это первое. Дальше должны знать страны. Japan, Japanese, то есть японский, вот эти Spain, Spanish. Нужно знать days of the week, дни недели, Monday, Sunday, Tuesday, Thursday. Numbers, вот то, что необходимо знать. Итак, погнали. My computer, нужно вставить один из этих пропусков. My computer and Japanese. Japanese означает японский, от слова Japan, Япония. Вот правильно читается слово Japan. Не Japan, а Japan. Japan. My computer, мой компьютер какой? Японский. Мой компьютер это он, так это будет it. Поэтому используя my computer is Japanese, здесь обратите внимание, что могут быть подвохи. Поэтому, пожалуйста, внимательно делайте тесты, эти quick tests, потому что нужно все читать, все варианты. Number two. My name, M is R Christoph. My name, то есть опять же таки, name, имя, это it, оно. My name is, поэтому будет is. My name is Christoph. Christoph. My name is Christoph. Number three. They from Argentina, they are from Spain. Вот здесь они хотят вас поймать. Почему? Потому что, смотрите, можно сказать they are from Argentina, они из Аргентины, потому что they используется are. Но здесь может быть отрицание. Почему? Потому что у нас присутствует второе предложение they are from Spain. They are from Spain. То есть второе предложение утверждает, что они с Испании. Spain, Испания, Spanish, испанский. А, поэтому вам что нужно сказать? Нужно поставить правильное отрицание. They not are, they aren't, or they isn't. Мы точно знаем, что isn't не будет, потому что they, когда they, мы используем are. Как же поставить отрицание? They not are или they aren't? Not are никогда так не используется. Not идет после are. They are not или сокращенная форма будет they aren't. They aren't. They aren't from Argentina. Поэтому это будет правильный ответ. They aren't. Number four. John is the director. That's room. John – директор. То или это – room – комната. Чья комната? Комната директора, то есть его комната. Здесь, кстати, забыл сказать, что также possessive pronouns, possessive adjectives are being practiced. То есть здесь также идет практика на possessive adjectives. Это чей? My, мой, your, твой, ваш, да? Или their, ихний. Вот. Итак, John is the director, that's его комната. Он директор, это он, мальчик, поэтому his room. His is the correct answer here. That's his room. Number five. Frankie and Armando are in class 7. Okay. Teacher is Julia. They are teacher. Они учитель, his его учитель, their teacher. Так как мы говорим о двух людях, Frankie и Armando, нам нужно поставить their. То есть их учительница, their teacher, их учительница. Поэтому здесь будет правильный вариант C, their. Their означает их, запомните это, они будет they, а их будет their, their. Number six. Annie is a student. Annie есть студентка, мы скажем просто Annie студентка. Она, или здесь у нас he, she, it. Is, это так is сокращается, апостроф as может быть сокращенно is, иногда сокращается также has, апостроф и s, а иногда мы говорим просто о том, кому что-то принадлежит, например, Tom's book, книжка Тома, апостроф s, это не означает, что это is или has, это означает чья. Тома, книжка Тома, possessive case, так называемый. Annie is a student, она, потому что Annie это женское имя, поэтому мы выбираем вариант B. She is in class 2. She is, не
he, ну, окей, okay, здесь is понятно, что будет is, но any нужно смотреть, что это девочка. Number seven, my teacher's Scottish. Вот видите, апостроф s, это означает, что сократилось is. То есть мой учитель есть шотландец, да? Scottish, Scotland, Шотландия, Scottish, шотландец. И смотрите, his, it's or he. Здесь учитель – это человек, поэтому it's нельзя оставить. И выбираем между his и he. Мы говорим from – это с Глазго, он с Глазго. То есть мы не просто ставим he, он Глазго. He is, his, он есть. His, is обязательно поставить. Здесь есть форма сокращенная. His, contraction. He is, he's from Glasgow. Number eight. Здесь вопрос, смотрите. Where are you from? Or where are you from? Or how are you from? Вы, наверное, знаете, что how are you – это как дела. How – это как означает. Как. Where – это вы еще, может быть, даже не знаете. Where – это был. We are talking about the past. Был. Мы говорим о прошлом. Ну, точнее, даже не был, I was, я был, были. Были, то есть they were, you were, вы были, можно сказать, ты был, you were. В принципе, можно перевести как был, ты был, you were, например. Она была, уже будет she was. То есть это глагол быть, be, только в прошедшем времени. Он имеет две формы в прошедшем времени. Это was и were. Were. Так. The next. So, where... Where – это где или откуда? Будет правильно. Where are you from? Откуда ты? Where are you from? Number nine. They aren't French. They – я говорю о каких-то людях, скорее всего. They – они. Они не есть французы. They aren't French. Потому что they используется с are. They aren't French. Они не французы. Они кто? Они Swiss. Swiss – это швейцарцы. Swiss. So, they aren't French, they are Swiss. Выбираем B. They are Swiss. Number 10. What's name? What's name? То есть, здесь у нас идет диалог A и B. Ответ I'm Sophia. I'm Sophia. Какой будет вопрос? What's your name? Your name? Или her name? What's your name? Потому что мы спрашиваем, как тебя зовут? What's your name? Ну, я думаю, вы это знаете. What's your name? Апостроф S означает is. Are you Chinese? Chinese? China? Это Китай. China. Chinese – китайский, то есть вы китаец. Are you Chinese? Yes, I'm. Это подвох, здесь нужно аккуратно, потому что нельзя сказать yes, I'm. I'm, если вы сокращаете I am, вот у вас I am, и вы сокращаете, хотите сказать I'm. I'm, вы можете сказать I'm, если после I'm скажете какое-то слово. I'm good. Со мной все хорошо. I'm good. How are you? I'm good. I'm good. I am good. Okay, I'm good. I am. Yes, I'm. Так нельзя сказать. Are you Chinese? No, I not. Здесь опущен глагол am. Нужно сказать no, I am not. No, I am not. А правильный ответ будет yes, I am. Да, я есть. Yes, I am. No, I am not. Yes, I am. Number 12. This is my girlfriend. Это моя девушка. Я говорю о ней. Name, имя есть Фера. То есть your name – твое имя, или her name – ее имя, или his name – его имя. Я говорю о моей девушке, поэтому я говорю her name, her name – ее имя. Her name есть, не забываем и ставить, is Farah. Her name is Farah. Number 13. Are they English? Они англичане? Yes, they are, is, are, there. Здесь, опять же таки, здесь нельзя делать сокращение и тут же ставить крапку. Так нельзя делать. Нужно сказать yes, they are, they are,
Yes, they are English. They are English. То есть что-то нужно сказать. Крапочку нельзя ставить, поэтому мы будем использовать yes, they are. Вот первый вариант, он правильный. Yes, they are. Number 14. Hello, привет. I'm Sabrina. То есть я Sabrina. Понятно, здесь будет I. Не herm, не them. Это очень, очень простенький вопрос. Как дела? How you? How be you? How is you? How are you? Конечно, все знают это. Откуда твои родители? Откуда родом твои родители? Да? Where – это где, куда? Или может переводиться как откуда? А родители, смотрите, это множественное число, поэтому, когда у вас множественное число, they – они, we, мы, you, вы или ты, вы используете are. Да? Where are your parents from? Здесь your – это ваши, ваши кто? Ваши родители, your parents. Вы смотрите не на your слово, а на слово parents – родители, ваши родители или твои родители, your parents это будет. 17. He is from Egypt. Он с Египта. Его зовут Махмуд. So, он, he, а его – his – его имя, то есть они скажут его имя есть his name is his name's Mahmoud his name's Mahmoud he's from Egypt his name's опять апостроф s это означает что сокращение is у нас получилось number 18 we're сокращение new students мы новые студенты то есть мы есть новые студенты names are Marina and Ariel то есть ours здесь нельзя сказать, потому что если вы говорите после ours какое-то слово, то ours не используется. Здесь подходит наши имена. Our names are Marina and Ariel. Our names are Marina and Ariel. Если ours использовать, вы можете сказать, чье это. Оно наше. It is ours. Ours и точку ставите. То есть после ours вы не говорите, что именно, что именно ваше. Да? It is our book. Это наша книжка. Оно наше. It is ours. О, сокращенный вариант. It's ours. It's ours. He in class 3. Он в классе третьем. То есть нужно сказать обязательно. Он есть. В русском языке мы не говорим. Он есть в третьем классе, мы скажем, он в третьем классе. В английском языке нужно сказать is. Смотрите, вот he is. Это вы должны знать просто идеально. He is, she is, it is, I am, they are, we are, you are. Окей. Дальше, 20. Is your name? Очень просто. What's your name? Как тебя зовут? What's your name? Как тебя зовут? How's your name? How – это как твое имя? Это неправильно. Когда вы спрашиваете имя человека, вы спрашиваете what's your name? Как тебя зовут? Дальше, смотрите, нужно выбрать слово в ряд, чтобы ряд подходил. 50, 60, 70. То есть 40, 50, конечно же, 40. Дальше 14. 14, здесь ударение на teen, 14, дальше у нас 12, 11, so 14, 12 и 11, а пропущено ряд обратный, то есть у нас есть 14, 12, 11, конечно же 13, нужно сказать, 13 будет 13, дальше интересное, Scotland, Scottish, Шотландия, Шотландец, Hungarian, Hungarian это венгер, венгерский, например, венгерский, Hungarian. So, Hungary, страна, не, Hungary, да, Hungaria, Hungary, 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 Венгрия. Number three, Tuesday, вторник, Thursday, четверг. Что пропущено? Конечно же, Wednesday, не Friday и не Monday. Africa. African, части света, видите, Africa, African, Europe, Европа, европейский, здесь вот сюда нужно смотреть, европейский не так пишется, а пишется как, вот у вас есть слово C, и там буковка E, A,
И здесь EA должно быть European, European, Europe, European. Дальше опять цифры 1, 1, 3, 4. Что пропущено? Конечно же, 2, 2. Очень просто. The next, you have to complete the greetings. Greetings – это когда вы кажете «Привет», там «Как дела?» Это greetings, greetings, приветствие. How are you? Как дела? I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. Нельзя сказать I'm very nice, I'm very fine. Можно сказать I'm very good. I'm very good, thanks. Но лучше I'm very well, thanks. See you on Friday. See you это увидимся. Увидимся в пятницу. Конечно же не hello, конечно же не hi, а bye. Пока, увидимся в пятницу. I'm Rosemary. Hi, привет, подходит. Bye это пока, please это пожалуйста. Hi, привет, I'm Rosemary. The next, I'm Danny, я Дэнни, и второй человек говорит, типа, nice to meet, met, seen. Здесь похожие слова, видите, наверное, между ними будет правильный ответ, да. A nice to meet you, meet, nice to meet you, я думаю, вы знаете, да, это nice to meet you, рад с вами познакомиться. How are you, как дела? Или how are you doing, как поживаешь? I'm fine. Спасибо. Здесь подвох. Здесь, ребята, подвох. Thanks и thank. Можно с перепугу выбрать thanks или с невнимательности, потому что можно сказать I'm fine, thanks, без you. Но когда вы говорите thanks, вам you нельзя сказать. Нельзя thanks тулить с you. Поэтому здесь правильный вариант будет I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Number 10. Are you fine, thanks? Здесь you, видите? Нет. Поэтому thanks тут можно ставить. Как ты, да? Не, where are you? Где ты? Да, хорошо, спасибо. Или what are you? What are you? Окей. Как дела? How are you? Здесь будет how are you. Будет how are you. Дальше нужно заполнить опять предложение. How are you? How old are you? То есть они спрашивают, насколько ты стар? Я есть 23. I'm 23. How do you, your name, is this spelling? Spelling – это произнесение по буквах или написание по буквах. То есть, если вы не знаете, как пишется имя человека или что-то пишется, то есть email, so you can ask, can you spell your email, please? Можете по буквах произнести ваш email и используйте именно слово spell. Spell. So, how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell? После do you используйте обычный глагол без любых окончаний, каких-либо окончаний. Дальше это imperative, приказ, это classroom language, что часто в классе говорят. Отключите ваши мобильники. Turn off, not turn out, not turn open, but turn off. Turn off your mobile or mobile in British English form. In American English, mobile. Mobile form, they pronounce it mobile form. Usually they say cell phone. Обычно они называют cell phone, но когда читают mobile, they say mobile. Но это не важно. Number 13. And the board, please, пожалуйста. То есть команда, инструкция. Посмотрите на доску. Не listen, потому что listen используется с to. Listen to me. Послушай меня. Go to the blackboard. Иди к доске. То есть здесь после этих глаголов нужно использовать предлог to. А здесь нет никакого предлога, кроме как at. Что можно использовать с предлогом at? Look. Look at. Посмотри на. Look at the board, please. Окей. Дальше. 14. Увидимся в понедельник. See you on Monday. On, запомните. On Monday, on Tuesday, там, где у вас есть слово day, вы используете предлог on, не in, не to. Please, пожалуйста, please don't talking. Можно сказать don't talk. Просто говорите don't talk, не говори. Но здесь ing. Ing используется с глаголами, которые означают начинание, продолжение, окончание чего-либо. Please stop talking. Please continue. Продолжай говорить. Continue talking. То есть stop – это глагол. После этого глагола нужно использовать глагол с окончанием ing. Stop talking – перестань говорить. Stop smoking – перестань курить. Stop looking at me – перестань смотреть на меня и так далее. То есть stop, finish – да, finish то же самое. Вы используете finish и глагол с окончанием
ing. Number 16, can you open, это просьба, can you open the picture, can you open the window, can you open the chair? Конечно, окно мы можем открыть. Ты можешь открыть окно? Number 17, what's the capital of Mexico? О, какая столица Мексико, Мексики. Мехико, кстати, будет Mexico City. I don't know. I don't sure. Sure – это be sure, быть уверенным, поэтому вы скажете «я не уверен», I am not sure. I don't think – это «я не думаю». Здесь, когда мы… Do you think you will like this film? Как думаешь, ты, тебе понравится этот фильм? I don't think so. Не думаю, что понравится. Вот в таких вариантах можно think сказать, но здесь «я не знаю». Don't, I don't know. Следующее. Sit on your... Сядь на своем что? Chair, wall или door. Конечно же, мы можем сесть на chair. Sit on your chair. Вот, сядь на стуле. On your chair, wall. Это стена, door – это двери. Дверь. 19. The text on page 16. Go. Используется с предлогом to. Go to. Go to page 19. То есть, открой страницу, иди на страницу 19, go to page 19, listen to, используется listen с предлогом to, and read, здесь никаких предлогов после read нельзя, мы используем объект, то есть, read, прочитай, что прочитай, read the text, все, read the text on page 16, обратите внимание, on page, на странице, не in page, а on page 16, read the text on page 16. Sorry, do you repeat that, please? Are you repeat that, please? Can you repeat that? Это просьба. Можешь повторить, пожалуйста? Или можете повторить, пожалуйста? Can you? Можете ли вы? Can you repeat that, please? Будет can you. Дальше смотрим. Здесь у нас pronunciation. Нужно выбрать звук, который отличается. Итак, что мы имеем? Мы имеем звуки такие, как P, I и T. P, I, so I, поэтому здесь, потому что здесь P, E, T, E, а здесь I. Совсем другой звук. Дальше. Do, boot, close. O звук, поэтому close, закрывать. M, thanks, car. Здесь M и thanks, это вот такой широкий звук. A, M, thanks, a car. Длинный звук R, поэтому будет car у нас. Дальше. They, well, very. They, well, very. Well, very. They, a, well, very. Здесь a, а здесь э. Well, very. Здесь they, e. A, дифтонг, поэтому they. Будет правильный ответ. Следующее. D, J, как DJ, да? J. И G, GPS. Запомните разницу. GPS и DJ. Это буква J, а это буква G, как GPS. А здесь J, забыли, как читается J, вспоминаем слово DJ. В слове DJ, J читается правильно. DJ, J, J, клюшка J. А здесь GPS. Забыли, как читается звук G правильно. Вспоминаем GPS, навигатор. Да? GPS. В этом слове G читается правильно. Вы правильно прочитаете. Вспомнил это слово. Итак, у нас будет J, потому что D, а тут G. И там, а здесь J. So, we have J here. Итак, здесь ударение. Saturday, Saturday, Saturday. Конечно же, Saturday. Switzerland, Switzerland. The first syllable is stressed. Первый слог на, то есть под ударением. Switzerland, Switzerland. No. Museum, 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 museum. Okay, не подходит. Museum. Именно на museum, museum, museum. So remember the stress in the word museum, музей. Australia, 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 not Australia, Australia, Australia. So it would be B, Australia. And number 10, Japanese, Japanese, Japanese. Здесь на knees, Japanese.
Итак, друзья, все на этом все. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, порекомендуйте друзьям, поставьте лайки, подпишитесь на колокольчик. So click the bell notification button if you want to see the new video. Если вы хотите видеть новые, хотите, если вы хотите видеть больше новых видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, можете оставлять комментарии, и это будет стимул для меня делать новые видео. Все, всем спасибо, пока-пока.